Привет, коллеги! Я Екатерина, руководитель QA-направления компании Cimbersoft. А я Алексей, руководитель QA-отдела. 7 декабря в 14:00 по московскому времени мы ждем вас на вебинаре QA Extreme. Что может пойти не так при тестировании IT-продукта и какие выводы нужно сделать бизнесу? Качество IT-продукта зависит от разных факторов. Это может быть и проработка ТЗ, компетенции специалиста, и ситуации на рынке. Но самое главное – это грамотно выстроенные процессы. Любая мелочь может сказаться на результате. Казалось бы, что может пойти не так, если я не приду на дейлик, или не переведу задачу в нужный статус, или не опишу выполненные работы по той или иной задаче? Возможно, ничего. Но если каждый участник команды не выполнит хотя бы один из перечисленных пунктов, согласитесь, так недалеко и до инцидента. На вебинаре мы разберем типы инцидентов с примерами из нашей практики, а также что делать руководителю, если такой инцидент был обнаружен, и какие меры можно предпринять для его предотвращения. Данный разговор будет полезен любой бизнес-аудитории. Это и CTO, SEO, лиды разработки и тестирования, а также продукт и проджект-менеджеры. 7 декабря в 14:00 по московскому времени присоединяйтесь к нашему открытому обсуждению, делитесь своими кейсами, задавайте вопросы, которые, кстати, уже можно задать в анкете при регистрации. Участие бесплатное, главное зарегистрироваться по QR-коду либо по ссылке в описании к этому видео. А после вебинара каждому участнику мы вышлем памятку с наилучшими практиками по предотвращению инцидентов. Мы ценим обмен опытом и ждем вас в прямом эфире 7 декабря. До встречи!